как капитан, что скажешь своим игрокам? Рвать и метать до последнего. Вот. А какие у тебя вообще, какие, может, фишки на игру приготовили? Фишки? Да, что, какую, какие, вот как вы видите Росомах вообще? Ну, я думаю, вы, если все будете внимательно смотреть на нашу игру, то вы поймете. Ну, конечно, игра будет очень тяжелая, и нам, и Легиону. Нужно выходить в первую лигу, это была цель как бы, с начала сезона. Поэтому ожидаем настоящей битвы. Думаю, даже будет сложнее, чем с «Партизаном», потому что неделю назад у нас был Миша Обухов, был вратарь Саша Сергеев. Сегодня придется без них играть. Также не будет Загидку Тузманова. Но мы выложимся до конца, и я уверен, что мы победим. Финальными матчами мы уже точно знаем три команды, которые, к сожалению, покинут нас в этом году. Это Меркуриал, Thunderstruck и неявившиеся сегодня неизвестные. А вот борьба за чемпионство у нас как раз разгорается очень ярко, потому что сейчас лидирует ЕДБ, у которых 25 очков, 24 очка у Партизана, но у них игра в запасе. Также еще нельзя забывать, что у нас есть Легион и Росомахи, которые между собой разыграют финальную путевку в первую лигу.